Серпуховский музыкально-драматический театр стал открытием для жюри международного конкурса «Мелеховская весна». Критики высоко оценили постановку «Дядя Ваня». Интересное прочтение известной чеховской пьесы и необычный режиссерский ход. Когда зрительный зал разместился на сцене в четыре ряда, а актеры вышли в зрительный зал и сыграли искренне, даже с надрывом. Полное отсутствие декораций и костюмов эпохи 19 века. Только одно пространство кресел, которое подчеркнуло режиссерский замысел. Бесспорно, это безупречно разыгранная история. Этот посыл Серпуховского театра, конкретно этого спектакля «Дядя Ваня», как-то чрезвычайно близок моей душе. И, несмотря на все трудности, тягости, на разгоревшийся скандал, на какие-то смехотворные претензии, которые высказывают герои друг другу, он все равно оставляет светлое впечатление. Он как-то помогает душе. И вы бы слышали, какие благодарные аплодисменты раздались в конце спектакля. Я же наблюдала, видела, как тут принимали звездного актера Безрукова. И я тогда подумала, ах, хоть бы 1% этого внимания серпуховским актерам. Потому что среди них есть замечательные. Среди них есть замечательные, которые могут украсить труппу любого столичного театра. Но судьба сложилась так, что вот они работают в Серпухове. Они играют для серпуховских зрителей. Они связали свою жизнь, свою судьбу с этим городом. Я думаю, что город может быть им благодарен. Я люблю наш театр, поэтому тут мое впечатление, конечно, тоже это было удовольствие. Это было удовольствие смотреть и наслаждаться. Молодцы, молодцы. Молодец Павел Аркадьевич, что не испугался, а наоборот как-то решил рискнуть и сделать такой авторский ход. Серпуховский театр впервые принял участие в фестивале «Мелеховская весна». Всего в этом году более 20 театров, от классического прочтения до авангардного. Напомним, что завершится фестиваль в воскресенье.